И дальше апостол Иоанн говорит: «И видел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». Книга Откровения, 19 глава, 17-18 стих. Что мы здесь видим? Приглашение ангела ко всем пожирающим падаль птицам лететь на великую вечерю Божью является разительным и мощным контрастом с высказанным ранее приглашением: «Блаженны званные на брачную вечерю Агнца». Образ пира со всей очевидностью олицетворяет две противоположные судьбы. Иными словами, Бог дарует либо вечную жизнь, либо вечную смерть. Человек не может избежать выбора между Агнцем и зверем, между Христом и Антихристом. Ему все-таки придется сделать этот выбор, и он это сделает. Об этой страшной участи мятежников предупреждали пророки Божьи, непрестанно жертвуя ради этого даже и своей жизнью. Ради этих мятежников и их спасения и родился Агнец Божий, который, когда исполнилось время, взошел за них на крест, простив всех нас, даровав нам средства для вечного спасения, спасения от вечной смерти, называемой второй. Это средство в его крови. Все, кто восстанет против всемогущего, являются системой Вавилона. Но что является самим Вавилоном? В 17 главе книги Откровения пророк описывает римокатолическую церковь, превратившуюся в папскую. Что интересно, даже указан цвет одежды, которую носят папские кардиналы и прелаты сегодня. «И повел меня в духе в пустыню, — говорит Иоанн, — и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и 10 рогами. Жена облечена была в порфиру, и багряницу украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя – тайна. Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Папство – это больше, чем одна римо-католическая церковь. Это система Вавилона, имеющая последователей по всему миру. Вавилон описан как мать блудницам. Под этими дочерьми подразумеваются те церкви, которые придерживаются ее учения и традиций, и которые, следуя ее примеру, пожертвовали истиной и благоволением Божьим ради незаконного союза с миром. Весть из 14 главы книги Откровения, возвещающая о падении Вавилона, относится к религиозным объединениям, которые некогда были чисты, но потом встали на порочный путь. Более того, в 18 главе Откровения народ Божий призывается выйти из Вавилона. Судя по этому тексту, многие дети Божьи по-прежнему пребывают в Вавилоне. А каким религиозным объединениям принадлежат большая часть последователей Иисуса Христа? Вне всякого сомнения, к протестантским церквям. На заре реформации эти церкви встали на сторону Бога и истины, и Его благословения сопровождали их. Они возжелали подражать обычаям нечестивых и добиваться их дружбы. Но ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь славою твоею, стала блудить. Книга Иезекииля, 16 глава, 14-15 стих. Меня все время озадачивало то, что я видел представителей этих падших протестантских церквей на рынке в воскресенье. Некоторые из них, кроме того, что покупают в воскресенье, еще и продают. На что продают? Алкоголь и сигареты. Но в 10 часов они уже с этим товаром спешат на богослужение в свои храмы. И эту мерзость они вносят в молитвенные дома. Теперь я понимаю, почему это так просто у них происходит. Они опьянены от вина Вавилона и имеют вавилонское мышление.
И это семейство, папская церковь и падшие протестантские церкви являются собой папскую систему, ведущую весь мир к отступлению от Божьих принципов и законов к вечной погибели. Эта система была разработана самим сатаной в ответ на Голгофу, так как дьявол понимал, что противостоять Божьей церкви может подобное по виду, имеющее только вид благочестия, но внутри полна мерзостей. Посему центр Вавилона – это Ватикан, наполненный мерзостями всякими, которые Господь вскоре откроет. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Мы с вами с истории знаем о зверствах этой блудницы, над Божьим народом, замученным и оклеветанным. Только одно из множества событий свидетельствует об сатанинских планах против всего человечества. В канун дня святого Варфоломея этой машиной убийства было произведено массовое убийство протестантов-гугенотов католиками, начавшееся в Париже в ночь на четверг 24 августа 1572 года, в день святого Варфоломея, и продолжавшееся в течение нескольких дней. Варфоломеевская ночь является самым тягчайшим преступлением, самым страшным среди всех зверств, совершенных в те ужасные столетия, пишут историки. Мир и сегодня с содроганием вспоминает об этом трусливом и жестоком нападении. Тысячи протестантов, мирно спящих в своих домах, под благородным покровительством своего короля, подверглись разбойничьему нападению и были хладнокровно убиты. Ни возраст, ни пол не имели никакого значения. И невиновного младенца, и убеленного седнами старца постигала одинаковая участь. В течение 2 месяцев продолжалась эта резня по всей Франции. В ней погибло 70 тысяч человек. Цвет и гордость всей нации. Когда Рим узнал о происшедшей резне, радость духовенства была беспредельна. Кардинал Лотарингский наградил вестника, принесшего такое радостное сообщение, 1000 кронами. Пушки замка Санкт-Анджело громовыми залпами приветствовали это событие. На каждой колокольне звонили колокола. Горящие костры превратили ночь в день. Григорий XIII в сопровождении кардиналов и других духовных сановников посетил собор святого Людовика, где кардинал Лотарингский пел «Тебе, Господи». Для увековечения этого побоища была специально отчеканена медаль. И в Ватикане до сих пор хранятся 3 фрески в Азаре о Варфоломеевской ночи с изображениями нападения. Григорий послал Карлу золотую розу, а спустя 4 месяца после резни он с удовольствием слушал проповедь французского священника, который говорил о том дне, исполненном счастья и радости, когда Святейший Отец получил отрадные вести и с величайшей торжественностью пошел в собор, чтобы принести благодарение Богу и святому Людовику. Какой ужас! Но на этом история не закончилась. Почему? Да потому что книга Откровения нас предупреждает, что это повторится. А чтобы было более ясно, я сразу в тексте буду называть по имени всех участников этой скорой и будущей трагедии, которой еще не бывало от сотворения мира. И дано было папству говорить надменно и богохульно, дано было и властвовать 42 месяца, и стало оно извергать из пасти своей хулу на Бога, стало поносить его имя и место обитания его и тех, кто на небе живет. Позволено ему было воевать с народом Божьим и победить их, и властвовать над всяким коленом, народом, языком и племенем дано было ему». Поклонятся ему все живущие на земле, чьи имена не вписаны в книгу жизни Агнца, принесенного в жертву от сотворения мира. Да слышит имеющий ухо, если суждено кому в плен попасть, он в плену и окажется. И если должен то пасть от меча, то он им и будет убит. Здесь стойкость и вера народа Божьего. И вся правда в том, дорогие, что этими зверствами будет заниматься не только папство, в последнее время, а его дочери.
падший протестантизм, описанный в Откровении как зверь из моря, также последует ее блудному и мерзкому примеру. Он, падший протестантизм, действует перед папством со всей властью папства и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться папству, у которого смертельная рана, а мы знаем, что смертельная рана папству была нанесена в 1798 году французской революцией, и эта смертельная рана исцелела и творит великие знамения падший протестантизм, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которые дано было падшему протестантизму творить пред папством, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ папства, который имеет рану от меча и жил. Что такое образ папства? Это система, похожая к папской, где церковь руководит политической властью. И дано падшему протестантизм, продолжает апостол Иоанн, было вложить дух в образ папства, чтобы образ папства и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу папства, и падший протестантизм сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание. А что такое начертание? Это соблюдение папской субботы, то есть воскресенье. Положено будет начертание на правую руку их и на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя папства, или число имени его. Господь через Иоанна открыл нам занавес будущих событий, когда папство объединится с его блудными дочерями, отступившими протестантскими церквями и под влиянием бесов, издадут воскресные законы, навязывающие поклонение папству, так как эта папская суббота и есть детище дьявола, который ненавидит библейскую субботу, напоминающую ему об утраченном небе и о его дерзком и ужасающем преступлении против самого Творца и Господина субботы, которого он убил на кресте. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Посмотрим на слайд. История свидетельствует о том, что у папы римского есть тройная тиара, на которой написаны такие слова на латыни. «Vicarius Filii Dei», что в переводе означает «наместник Сына Божьего». Говорят сейчас, конечно, что ее не существует, и это вымысел протестантов. Но свидетели, бывшие высокопоставленные католики, обратившиеся в протестантизм, утверждают, что видели ее. Думаю, что и это фото подлинное. Вот это словосочетание «наместник Сына Божьего» или «Vicarius Filii Dei», каждая буква в этих словах имеет свое числовое значение. И вот когда эти числа, соответственно, буквам сложили, получили число 666. Вы можете посмотреть на слайде, тут хорошо видно. А мы следуем далее. Как же сформировалось папство? Когда ранняя церковь утратила чистоту и простоту Евангелия, приняв языческие обряды и обычаи, она лишилась духа и силы Божьей и, стремясь к господству над совестью людей, стала искать поддержки у светской власти. В результате сформировалось папство. Это церковь, которая контролировала государственную власть и использовала ее в собственных интересах, в особенности для расправы с еретиками. Для того, чтобы Соединенные Штаты создали образ зверя, церковная иерархия должна до такой степени контролировать гражданское правительство, чтобы использовать его полномочия для достижения своих целей, о чем мы говорили выше. Взгляните, дорогие, на сегодняшнюю Америку. Кто у власти? Да у власти сейчас протестанты и католики. Даже президент относит себя к протестантам. Но вопрос, протестант ли он? Это еще надо доказать. Мы видим здесь президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп встали на колени в молитве за кулисами во время их визита в национальную святыню Иоанна Павла II в Вашингтоне во вторник. Это закулисная фотография. Я не верю, что настоящий протестант может стать на колени в католическом храме. Это может сделать только католик. Ну и это тоже откроется.
Сегодня образ папства уже сформирован, и скоро нас будут заставлять поклониться этому образу зверя и принять его начертание, иначе будет сильное ущемление в правах, что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. А дальше это ущемление перерастет в глумление, преследование, гонение и в результате к декрету о смерти. И именно этот указ и послужит к началу битвы Армагеддон. И когда выйдет указ об убиении, народ Божий будет окружен нечестивыми людьми, над которыми имеют власть бесы, и они захотят в одну ночь убить этот Божий народ. Мы знаем, что народ Божий будет молиться об освобождении, и Господь услышит этот вопль, Он услышит наши молитвы и придет нас освободить. В полночь Бог проявит свое могущество для освобождения своего народа. Появляется солнце в полном своем сиянии. Знамения и чудеса быстро следуют одно за другим. Безбожники в ужасе и изумлении смотрят на эти события, в то время как праведные с торжественной радостью созерцают признаки своего избавления. Кажется, что все в природе изменило свой обычный ход. Многоводные реки перестают течь. Темные, тяжелые тучи надвигаются и сталкиваются между собою. Посреди разгневанного неба виднеется ясное пространство неописуемой славы, откуда слышится голос Божий, звучащий подобно голосу вод многих и говорящий «Совершилось!». Тучи расходятся, открывая взору усеянные звездами небо, невыразимо прекрасные, в противоположность мрачному и гневному небосводу вокруг. Из отверстых врат струится слава небесного города. Затем на небе появляется рука, держащая две сложенные вместе каменные скрижали. Тот святой закон, праведность Божья, который среди грома и огня был провозглашен с Синая как руководство для жизни, теперь будет показан людям как мерило суда. Рука открывает скрижали, и становятся видны предписания 10 заповедей, написанные как бы огненным пером. Эти слова настолько отчетливы, что все могут прочесть их. Человеческая память пробудилась, мрак суеверия и ереси исчез из каждой души, и 10 кратких, понятных и авторитетных Божьих заповедей ясно представлены всем жителям земли. Невозможно описать ужас и отчаяние тех, кто попирал святые требования Божьи. Господь дал им свой закон. Они имели возможность сравнить с ним свой характер и выявить свои недостатки, когда еще была возможность покаяться и исправиться. Но чтобы снискать благосклонность мира, они пренебрегли его предписаниями и учили других нарушать их. Дорогие протестанты и те, кто называют себя таковыми, я прошу, чтобы вы во имя Господа сейчас услышали эти слова, которые Господь влаживает в ваши уши. Это, дорогие, милосердные предупреждения о том, что будет с теми, кто сегодня презирает Божий закон, четко выраженный в 10 кратких заповедях. Мы знаем, что в конце концов и дьявол, и вся его система, все его приспешники, и папство, вышли они на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прещавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк. А впереди, дорогие, будет наше избавление от вражеских планов и замыслов погубить наследников Божьего престола. Но кто же эти наследники? Это 144 тысячи. Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Этой кровью и словом свидетельства своего они победили зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, и не возлюбили души своей даже до смерти. Это победители. И мыслят они так же, как и Господь Христос.
в их жизни свершился план искупления и очищения святилища, потому что они стали живым воплощением закона Божьего, потому и характер Божий полностью отразился в них. Этим они подтверждают собой, что нет причин для греха, а это значит то, что и сам Бог оправдан в них. И все это благодаря лишь заслугам их начальника и совершителя веры, вождя воинств небесных, Сына Человеческого, грядущего на облаках в силе и славе Отца Своего. Пророк Аввакум свидетельствует: «Бог от Фимана грядет, и святой от горы Фаран, покрыла небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля. Блеск Ее, как солнечный свет, от руки Его лучи, и здесь тайник Его силы. Пред лицом Его идет язва, а по стопам Его жгучий ветер. Он встал и поколебал землю, воззрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали». Кто может устоять против такой величины космического масштаба? И что самое интересное, это то, что восстание или мятеж объединенных сил против неба не имеет логики. В этой битве безусловная победа Христа. Лично я не понимаю и не вижу никакой логики выступать против такого Бога и противиться Ему. Но грех ожесточил их сердце и восприятие действительности. К тому же все они, опьяненные вином лжеучения Вавилона, как мы говорили выше, крепость этого вавилонского вина в двух ложных доктринах. Первое – вера в загробную жизнь, в то, что умершие уже получили свою награду и находятся кто на небесах и кто в аду. А значит, не надо воскресения. И второе лжеучение – это святость первого дня недели, воскресения, в противоположность библейской субботе, как седьмому дню Господню. Потому что и сам Христос сказал, что Он является Господином субботы. И посему, дорогие, пока еще время благодати, то и звучит из уст любви Агапы слова предупреждения. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом, почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на Него. Аминь.